хорошей историю о мальчике Боре. С детства путались с девочкой, он играл двойную роль. И где бы он ни был, везде и всюду до сих пор его снимают на видео и затевают спор. Когда идет он по улице, то прохожие люди, они бросаются взглядами, они просто запутались. Парни смотрят загадочно, но о девушке молчат. Я в шоке. Люди, что с вами? Ведь я не девушка, а парень. Или кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Знаю только я. Знаю только я. Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Знаю только я. Знаю только я. Так знай, имею я право жить, как хочу, не по правилам. Быть собой — это главное. Я уже не ребенок, и все теперь в моих руках. Для кого-то икона, для кого-то просто так. Больше не говори мне, что я включаю эпатаж. Замени его на высший пилотаж. Поверь, я знаю теперь, что цвет у неба голубой. Но мой цвет совсем другой. Или кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Знаю только я. Знаю только я. Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Знаю только я. Знаю только я. Мой вопрос, ты найдешь ответ у меня.